А как статья называется? О чем речь будет? Напиши «Великий потоп». О, отлично, «Великий потоп». Вот так. Начнем, да? Уважаемые слушатели, очень часто в последнее время начали всплывать такие данные, что оказывается у нас был потоп около 200-300 лет назад. Мы сделаем подборку, точнее не подборку, мы воспользуемся сайтом «Все кругом вранье». Автор очень интересно смотрит на мир. Вот. И он изучает его своими средствами, но тем не менее там очень много интересных мыслей, которые опираются на определенные факты. Итак, за базу мы возьмем, так называемый, вот у нас есть такой автор, Игорь Владимирович Давиденко. 200-300 лет назад предполагается, что был потоп. И некоторые жители, скажем так, наших стран имеют такую информацию, что прапрадедушки помнили такое событие, но никто его толком описать не может. Мы же будем опираться на информацию вот этого автора, Игорь Владимирович Давиденко. И кто же он такой? Родился 27 августа 1934 года, профессор, доктор, геолог минералогических наук. Человек, то есть, получается, очень образованный и специалист своего дела. У него очень много различных работ, вы можете найти его работу в интернете, но мы воспользуемся уже подборкой на сайте «Все кругом вранье. Великий потоп». Как мы прекрасно знаем, цивилизация на Земле стала развиваться после Великого потопа. Кто бы спорил? А вот когда этот был потоп? Гениальная идея указывает, что недавно, но вот когда. Телевидение «Тайнам нет» записан цикл бесед «Фарисейская астроблема» с профессором и доктором, геологом минералогических наук Игорем Владимировичем Давиденко. К сожалению, ролики некоторые удалены, как ни странно. Вот. И полностью есть ссылочка на этом сайте, можете зайти и скачать. Давиденко нам убедительно доказывает, что таки да, потоп был и был недавно, приблизительно в 1350 году. Но я вам скажу, что это тоже сомнительная дата по той причине, что потопов было несколько. И опираться только на такие данные, то есть нету смысла, вам нужно использовать несколько ресурсов. Но этот ресурс нужно учитывать. Итак, продолжим. Понятие даже 660 лет назад ставит к нему в оппозицию еще историческое общество. А если оно укажет более близкую дату, а еще и не имевшую такой сильной отмазки, как Фарерский метеорит, мы даже про такое не слышали. Ну так ладно. Давиденко указывает на достаточно компактный эпицентр между Испанией, Норвегией и Англией, от которого волна пошла в Россию и отразилась от новой земли. Но хорошо, что основная волна должна была прийти через Балтику. Так, и поехали. И вот так он оценивает, исследователи, фронт воды, затопивший Россию. Наиболее известные факты выбраны с таких-то вот страниц. Тоже на этом сайте можете просмотреть. Они это объясняют изменением наклона оси планеты. Вода оставалась на месте, и суша на нее подвинулась. Поэтому северные воды и устремились в неизменности России. Опять же, на данном нашем канале мы объясняли причину перемещения вод и попытались сделать собственное исследование, почему так произошло. Оно более логично, потому что здесь перемещение оси ни на чем не обосновано. Ну, ладно, продолжим. Так, почему северные воды и устремились в неизменности России? Так вот, с ними можно было бы и согласиться, если бы не другие следы этого потопа. Прорвало Гибралтар, образовав пролив.
пролив. Цветущую Северную Африку смыло до основания. И даже на Сфинксе видны следы водной эрозии. Кстати, да, то есть, если внимательно посмотрите на Сфинкс, там очень много различных теорий. Одна из них и водная эрозия, и постройка, заливка бетоном. Информации масса, и вам придется, уважаемые слушатели, самим делать выводы. Мы только предоставляем информацию по данной теме. И на вершинах пирамид сбиты облицовочные плиты. Видимо, такая плита и разбила нос Сфинксу. Леса на острове Пасхи были смыты, а идолы повалены волной. Да, между прочим, тоже можете, уважаемые слушатели, найти очень интересную информацию, что вот эти идолы, которые стоят на острове Пасхи, гораздо больше высоты. И все остальное засыпано землей. Поэтому это подтверждается, я с ним согласен. Разрушены храмы в Мексике. Совершенно очевиден фронтальный удар по всему земному шару. Ну, может не шару, может по плоскости. Это уже под вопросом. С запада. Опять же, смотрим ролик на канале Вячеслава Котлярова. Как правильно называется, Вячеслав? Титаны держат небосвод. Ну, продолжим. И мы знаем, откуда они взялись, увеличив скорость вращения Земли. Именно поэтому волна пришла с запада. И вода еще не была вовлечена в ускорившееся вращение. По поводу вращения, опять же, все под вопросом. Эту тематику очень часто поднимают на форумах. Но факт смещения вод остается прежним. Смотрите. Каспийское море имеет одну особенность. Рыба, которая находится в Каспийском море, по видам совпадает с теми видами, которые проживают в северных морях, то есть Баренцево море и Карское море. И здесь указаны стрелки перемещения больших масс вод в эти моря. Каспийское море, Черное море и Аральское море. И, кстати, подтверждение, что почему это полуискусственное море получилось, является тот факт, что, смотрите, хоть река Волга очень полноводная, но она не успевает Каспийское море заливать водой, скажем, пополнять, скажем так, водой, и оно пересыхает. То есть раннее Каспийское море на старых картах до потопа было очень маленькое, имело маленький размер. Даже по нынешнее время, то есть то, что оно пересохшее, оно гораздо больше. На другой карте мы видим, что поток воды шел через Петербург, проходил через западноевропейскую, скажем так, площадь, вот эту плиту. Набрал вот по другой, вот видите, уже теории, что залило Каспийское море, добавилось в Черное море, и потом уже это все перешло в русло рек. И, кстати, на территории, по территории Дона тоже был проток, но, к сожалению, здесь на этой карте не указано. Итак, дальше читаем. Как ни странно, но прорывы и те другие, вернемся к этой правоте. Как обсчитываем параметры потопа? Волна не пришла и ушла, скопившись впадина. Она пирала достаточно долго, пока не была достигнута нужная скорость вращения. Но опять же, здесь автор вносит свой взгляд на строение Земли, и поэтому, уважаемые слушатели, на это я делал бы корректировку. А потом медленно спадала по мере вовлечения Мирового океана в новое вращение. И длилось это долго. По Библии 40 суток лил дождь. Но плавал 150 дней, 60 дней ждал, пока вода спасет. Это и есть пропорции потопа. Осталось лишь их
пронормировать и длительность нового дня. А нам должен помочь тот самый сместившийся полюс. Кстати, вот здесь тоже показано на вот этой карте, которую мы обсуждали у Вячеслава на канале Котляров FM. Здесь мы обсуждаем вот это смещение экватора. И нам должен помочь тот самый сместившийся полюс. Вы уже поняли, почему он сместился. Увеличился горизонтальный вектор центробежной силы, и суммарный вектор стал больше по модулю и более прижат к экватору. Его проекция на ось вращения поднялась к северу. Его старый экватор, красная линия, доходящаяся южнее. Но опять же, уважаемые слушатели, вот эти строки, которые я чуть-чуть ранее прочитал, опять же, у меня на это другое мнение. Нас интересует больше само событие, а не причина. Так. Исследователь утверждает, что ось вращения ушла влево на 15 градусов. Ну, у нас в ролике тоже обсуждается, почему идет перемещение полюсов. И я вам скажу, что у них всего 5 позиций. Не как здесь указано 2, а всего их 5. То есть сейчас у нас самое центровое в нынешнее время, которое у нас есть. И 4 дополнительные, которые находятся по разным краям. Равно удаленных, ну скажем так, под углом 90 градусов, если смотреть по транспортиру. Скептики скажут, что у черепахи не может и перевернуться ось вращения. Да, не может. Но вращение мы определим лишь по звездному небу. А вот вращение звезд вполне можно измерить программы. И мы будем считать, что ось проходит совсем не там, где она проходит на самом деле. И так что, почти как всегда, это утверждение есть чем подкрепить. Итак, честно говоря, мне приходится с вами читать и анализировать параллельно информацию, поэтому текст не очень качественный. Но я вам скажу одно, то есть здесь очень много моментов, которые в основном вводят в заблуждение. Но смотрим на саму карту и перемещение водных масс, струйное течение, которое здесь показано, оно вот имеет быть. И вот на вот именно саму физику вот перемещения, которая зафиксирована, обращайте внимание. А на взгляд и причину перемещения масс я бы все равно сильно не акцентировался. Так. Здесь уже в дальнейшем вы сможете на этом канале найти ссылки, если Вячеслав выставит. Но тут есть очень интересный момент. Мощность движения самих водных масс даже размыла вот этот перешеек на тот момент. То есть перешеек между Южной Америкой и Южным полюсом Антарктидой. Это вы можете увидеть и на картах Google Earth. Итак, как факт, я вам тоже могу добавить, что практически лесов 200-летней давности, старше 200-300 лет у нас нету. Так. И здесь автор тоже приводит пример, как были вот занесены строения старинные. Так. Так. И нам остается последний вопрос, когда же Великий потоп произошел. Давиденко и здесь дал нам ключ, о котором многозначительно молчал. Возраст деревьев. Америку от потопа спасли кордильеры. В Европе леса вырубили еще в 16 веке. Самые старинные в Швейцарии, защищенные от потопа. А вот в России практически нет лесов старше 200 лет. Самые старинные деревья растут на Урале, в горах Якутии. И что интересно, все леса в России были посажены одновременно. Даже сейчас просматриваются квадраты с ребром в версту.
Хорошая иллюстрация деревьев в эпицентре взрыва Тунгусского метеорита. Все деревья имеют одинаковую толщину, что подтверждает их одновременную посадку. Хороший анализ можете пройти на данном сайте по ссылкам. Но особо интересен обзор. Последняя пара прекрасно иллюстрирует, что за 100 лет деревья выросли вдвое. Давайте посмотрим. Попробуем перейти по этой ссылочке. Так, заросшая Россия или когда деревья были маленькими. Здесь идет обзор по деревьям. Ну, практически, да, вот посмотрите фотографии берега Волги 1910 и 2008 год. И, понимаете, автор уже данной статьи сам себе противоречит. Скорее всего, не 660 лет назад, а уже, судя по деревьям, это, скорее всего, было в 18 веке. Вот, смотрите, насколько пустынная местность. Объясню почему. Потому что намыв сам по себе, пока он сам просох, и только после этого уже могли там произрастать деревья. То есть время на высушивание почвы тоже имеет длительный период. Так что не будем сильно и удивляться. Тут опять же предоставлены сравнения деревьев. Это уже старинный Белозерск. 1909 сравнивается с 2011. Далее. Смотрим Белозерск уже с другого ракурса. Но опять же, видите, здесь деревья малые. В начале прошлого века и начало нашего века они уже имеет чуть-чуть больше размера. Ну, смотрите, даже на землю она практически имеет такой вид грязи. Как будто вот ил вынесли. И вот он высох, и вот по нему уже начали выстраивать дороги. Дальше. Ну, вот здесь вот идет сравнение растительности. Конечно, интересно наблюдать. Вот начало прошлого века и начало нашего века. Разница в 100 лет, конечно, существенна. Как сказал один автор, что у нас не леса, а маленький мох. Так. 1909-2011. Практически есть все строения, но отсутствуют деревья. Тоже интересный факт. Ну, здесь Троицкий собор в Осташкове сравнивается. 1910-2010 год. Итак, возвращаемся к нашей статье. Здесь можно просматривать долго и пристально. Ну, общую тенденцию вы поняли. Возвращаемся к нашей тематике. Так что можем с полной уверенностью указать на начало 19 века. И это лишний раз подтверждает, что Ветхий Завет написали лишь в 19 веке. Но по поводу автора, именно мое мнение, это, скорее всего, не 19 век, а 18, потому что, как я и ранее говорил, то есть земля еще должна подсохнуть, чтобы на ней что-то росло. Кто занимался садом-огородом, это прекрасно понимают. Зная о любви управляющих разнообразными шутками, я был, назначил дату потопа 1793 год. Помните, после нас хоть потоп. Последнему Людовику отрубили голову в январе 1793 года. После этого и наступил потоп. Конечно, интересная саркастическая шутка. Но исследование Оливезерова рва указал достаточно точную дату, конец 1815 года. И тому есть даже изустное свидетельство, которое мне сообщила моя старая приятельница. Рассказываю ей о последних изысканиях, мы не виделись полтора года, и дохожу до потопа. И тут у нее срабатывают воспоминания.
Ей прабабушка, коренная москвичка, рожденная в районе 1880 года, рассказывала о воспоминании своего прадедушки. Более она о нем ничего не помнила. И это воспоминание потоп. Нет, потоп. Она помнила лишь состояние ужаса, исходящее от прадедушки, неумолимо надвигающаяся стена воды. Почему потоп? Откуда вдруг потоп? Ничего не помнила, кроме этого ужаса в глазах прадедушки потоп. Прадедушка в 1815-м был маленьким ребенком. Понятно, что у него в голове отложилась лишь эмоция. Потоп произвел настоящее терраформирование, появился Гибралтар. Так, и где же у нас он появился? Хорошо. Так. В юлианском календаре лишний день накапливается за 128 лет. То есть, если бы переход произошел в начале 19 века, то пришлось бы добавлять 13 дней. Здесь автор уже ведет вычисления по числу, по датам и пытается высчитать углы оси нашей планеты. Но, к сожалению, я с его выводами здесь не согласен, и поэтому читать не собираюсь. Но я ему очень благодарен за вот эту подборку, на которой на картах показаны основные смывы, воспоминания людей. Учитывается вот эта кривая, которая указывает место расположения экватора. И как раз вот направление предполагаемых потоков воды, которые смыли основную растительность. И что заставило все это пересаживать нашим дедушкам, прадедушкам. Честно говоря, никто даже не знает, кто высаживал эти деревья. Вот только не спрашиваешь. Ну, уважаемые слушатели, что вам было примерно понятно, зайдите вот на данный ресурс «Все кругом вранье», а точнее «Великий потоп». И, конечно же, посмотрите предварительно ролики на Котляров FM, там, где идет разговор о титанах и кто они такие. Всем спасибо за прослушивание. Этот исследователь, возможно, он специалист в определенных отраслях. Люди по той или иной причине не могут знать все, а иногда, когда слышат люди достоверную информацию, они ее зачастую не принимают. Ситуация с человеками противоположная. Человек, как правило, когда слышит истинное положение вещей, он положительно воспринимает услышанную информацию. Так вот, забыл фамилию, Давиденко, да, если не ошибаюсь. Да. Вот. Есть на Ютубе, если его не удалили, ролик, значит, это такой есть сайт, но там за деньги надо смотреть, там 2-3 минуты дают бесплатно, а хотите на Ютубе канал этот называется, вылетел сейчас из головы, может кто-то напишет, хотите полностью материал, платите деньги. Вот. И в одном из роликов Давиденко рассказывает, как нехорошие англичане украли у него знания. Значит, я уверен, что Давиденко не откажется от этих слов. А сказал он следующее, то есть, когда-то он озвучил мысль, как появилась Антарктида. Значит, попробую слово в слово воспроизвести. Летала наша планета себе Земля, ну или не летала, там висела, неважно. Из глубин космоса прилетел огромный метеорит. Он стукнул по территории современной Арктики, и сила удара была настолько сильная, что выдавила Антарктиду. Вот так вот. Это, чтобы было понятно уровень знаний тех или иных вопросов. Что касается потопа,
мы зададим вопрос Давиденко, откуда уважаемый взял, так сказать, эту информацию. Можно только догадываться с просторов интернета. Естественно, кто будет впервые подобное слушать записи, подсказываю, что Антарктиды не существует. Те, кто услышанному не верит, предоставьте мне видео Антарктиды и из космоса, и мы тогда, скажем так, проясним те или иные моменты. Еще хочу сказать по поводу потопа. Цифры, заметьте, практически правильно приводятся, которые я озвучивал, 1780 год. А здесь, если я не ошибаюсь, Ром, не помнишь, тысячу? Сейчас я точно скажу, 1783, по-моему. Ну, суть не меняется, 3 года сюда, 3 года туда. Но тут есть... А, 93, прошу прощения. Но все равно, как бы, грубо говоря, берем 200 лет назад. Но я бы хотел бы особое внимание все-таки привлечь на потоп, который был в 1905 году. Столетней давности. Про него вообще мало что известно. Вот, это событие очень уникальное, которое было прикрыто Первой мировой войной, как и потоп, который был 200 лет назад, был прикрыт наполеоновскими, в кавычках, войны. Но мы прекрасно знаем, что общепринятых на наполеоновских войн не было в то время. Вот, если вспоминать Москву, которая была спаленная пожаром, ее всего лишь напросто закидали ядерными боеголовками. Вот, поэтому камень плавился и так далее. Вот, 200 лет назад были, вот, как говорится, после потопа ядерная заварушка. Вначале затопили, ослабили, потом забомбили ядерными бомбами, потом использовали бактериологическое оружие. Последствия работы бактериологического оружия мы видим по сей день. Миллионы, миллиарды верят, что Земля маленькая и кругленькая, хотя она в миллиарды раз больше. Вот. Поэтому надо как-то думать за 905 год. Но я думаю, вы знаете, сложность будет заключаться в том, что информации про потоп, который был 100 лет назад, в интернете, скорее всего, очень мало. Ну, я не занимался пока поисками, но думаю, стоит начать просто гуглить под потоп 905 года. И не то чтобы он интереснее того, который был 200 лет назад, а он просто к нам ближе. И вот Роман замечательно рассказывает в ролике: «Титаны и сейчас держат небосвод», по-моему, так мой ролик называется, на канале Вячеслав Котляров «Сотовая земля». Фактически может то же самое повториться, то есть каждые 100 лет, ну, если внимательно ролик изучать этот, каждые 100 лет может происходить потоп. То есть 200 лет назад был потоп, 100 лет назад был. И вот, вот в 17 году, в ноябре, может происходить... Почему? Некоторые считают не в ноябре. Ну, обвиняющие... не принципиально месяц, важнее, я думаю, год. 17. 812, 1905, 1917. То есть не сильно так, ну, разбегаются цифры. Но если кто вот смотрел мои ролики, есть древние карты, сравнительно древние, которым 200 лет, там написано либо нить, буквица, в английском варианте это есть такая буква, и в украинском варианте есть такая буква, полосочка и точечка. В украинском варианте, кстати, сохранилась единственная, если не ошибаюсь, только в украинском языке буквица, где две точечки, вот, сверху буквы. Сейчас пока не про буквицу. Я могу просто добавить как итог, уважаемые слушатели. Дело в том, что просто обратите внимание на перемещение потоков и что осталось, как бы, на Земле.
у нас, какие деревья произрастают, есть обязательно какие-то косвенные признаки. И эта статья нам помогает задуматься. Но саму первопричину, что является управляющим фактором перемещения этих вод, в этих статьях только предполагается. Мы же как бы, но и при этом нету логической цепочки. Мы же предложили ранее с Вячеславом логическую цепочку, но может она и показаться фантастической, но тем не менее она более логичная. И даже мы можем просчитать, почему идут именно так потоки, и именно указываем это в роликах. Вот. Если кого этот вопрос интересует, конечно же, изучайте очень много различных источников и делайте выводы. Если вы что-то найдете и найдете какой-то интересный ответ, даже просчитать дату, мы с удовольствием выслушаем ваше мнение. Все, спасибо. Так как мы пользуемся нарисованным земным шаром, та размытость может быть просто нарисованной. Антарктиды, которая нарисована на земном шарике, не существует. Скажем так, вариант, который предлагает сайт, что потоки были такой силы, не может быть. Есть еще, обратите внимание, есть ролики, где показано территория Китая, там Афганистана, там тоже, знаете, как пальцем по пластилину провели. Здесь как пальцем по пластилину провели в данном ролике по воде. И там тоже как бы есть пустыня, и где как бы типа тоже какой-то метеорит огромный пролетел. Вообще такие рисунки они делают и на дне океана делают какие-то гигантские стены, да, которые длятся очень много километров и огромных размеров. Исключительно для того, чтобы придать достоверность, что якобы все происходит из космоса. Даже многие видели ролик про пирамиды, которые на морском дне находятся. Ролик по-разному называется, там Google карт показывает Дарию или Гиперборею. Дело в том, что и в первом случае, как и во втором, может быть фейк. То есть вначале они нарисовали пирамиды, а потом, чтобы привлечь внимание, они их закрасили. Для чего это сделано? Для того, чтобы опять обратить внимание, что действительно съемка с космоса ведет. Мол, ой, мы заметили пирамиды, надо их срочно убрать. А, скорее всего, их могло там и не быть. Единственное, что на морском дне можно найти, это сейчас видео, это недалеко от острова Япония, находится затонувший город. Принадлежал этот город материку Пацифида. Также в современной Арктике можно на дне тоже, ну, не увидеть, но там есть аналогичные города, пирамиды и так далее. Пока передам слово.